Всем привет, ребята, с вами Настя. И да, я вылечилась. Та-дам! И сегодня, как вы знаете, мы снова сегодня будем распаковывать микроскоп, но не распаковывать, а вытаскивать его, точнее, вот сама коробка. Я, кстати, саму коробку не показала. Тут вот телескоп, микроскоп. И да, сегодня я засняла это в честь того, ну что надо заснять, и в честь того, что сегодня у нашего канала день рождения. Ой! Мы как раз в 2020 году, именно сегодня 4 января, и в прошлом году, в 2020 году, тоже было 4 января, и как раз я создала канал. Поэтому сегодня у нашего канала день рождения. И в честь этого засниму видео. Кстати, кто не видел новое видео, советую вам посмотреть. Там анимация, если что. Sad backstory. Ладно, давайте распаковывать. Правда, я не знаю, телефон я не могу, чтобы лицо не спалить. Ладно, окей, сейчас что-нибудь я разрулю. О, стоп. Вот, я открыла. Здесь нужно вот эти штучки дернуть. Ладно, давайте я сейчас вот так вот сделаю. Так, запись идет. Не бойтесь, ребят. Это был микроскоп. Так, вот так вот. Вот, всё. Ребят, не обращайте внимания, это чтобы ставить телескоп. Оно выпало. Пока сюда положу, оно чтобы на меня не упало. Вот, сейчас вытащу сам микроскоп. Ой. Очень-очень аккуратно. Ой, вот свет включился. Ну, ничего страшного. Так, я вытаскиваю вот эту фигню. Так, блин, почему ничего нельзя сделать одной рукой? Вот. Кажется, все не пошло не по плану. А, вот все. Я нечаянно вот так вот снимала. И вот это вот тоже вытащила. Эх, вы видели бы это. Так, сейчас я могу закрутить, наверное. А, ну да, я могу закрутить. Хорошенько закручу. Но я не поломала, ребят, не переживайте. Так, хорошенько. Вот, все, нормально. Нормально. Уже 2 минуты видео идет, вы че? Ладно, давайте по-быстренькому. Мы остановились на стеклах. Вот, я неправильно их не могла никак все положить. Да что такое? Мне всегда приходится телефон ставить куда-нибудь. Я не могу баночку открыть. Ребят, не переживайте, я сейчас все разрулю. Да, я слабачка, да, можете это писать в комментариях. Но она правда тут открывается. Ладно, ребят, я сейчас схожу к тем, кто у меня дома. Они мне откроют ту баночку. Вы пока ящик. Да, короче, ждите. Ну, я на паузу поставлю. Вот, ребят, открыли. Правда, я сама в шоке, что здесь так... Блин, что-то не спалило. Там я сама в шоке, что так много-много стекол. Либо я уже конец, либо так и было. Позорную трубу. Да, на Новый год мне позорную трубу подарили. Ладно, давайте продолжим. Мы отвлеклись от темы. Так, на чем мы остановились? А, на стеклах. Так, надо свет выключить. Тут заря горит. Вот. На дедушка, так. Окей. Позор. Ладно, окей. Вот. Давай. Так, ну давайте вставим уже готово, чтобы вы увидели. Я уже тут все рассмотрела. Ладно, давайте. Вот, возьмем вот это. Главное, стекло сейчас. Тилия. Блин. Тилиотем, короче, там написано тилиотем. Это типа лист какого-то дерева, короче. Так сказал мой Google переводчик. Так. Сейчас вставлю я. О, извините, включу свет. 4 минуты. Так, вот. И смотрим. А, надо, наверное... Ну вот, выберу вот это.
Во, зеленое там что-то, видите? Блин. Вот, видите? Вот такие бактерии, кружки плавают. Вон, они там еще в кучке. И видите, чуть-чуть зелененькое там. Кстати, я вот, у меня были же фрукты. И там на банане был, ну, такой, тоже такой чуть-чуть зеленый. А, ну нормальный был, такой светлый. И еще там какие-то, как будто волосы плавали. Но это тоже бактерии. Здесь все бактерии, люди. Я палец пробовала подставлять, но это не такой микроскоп, где видны вирусы, микробы. Но это не такой, тут видно только бактерии, к сожалению. Давайте готовые образцы уже не будем смотреть. Будем смотреть что-то реальное. Так, ну у меня тут осталось яблоко одно, вот. Можно, в принципе, посмотреть с яблока. Сейчас отрежу. И да, кстати, я забыла еще показать инструменты, которые здесь есть. Вот, это ножичек, которым можно резать. Это штучка. Блин, забыла, как называется. Если вспомните, напишите в комментариях, я реально забыла. Это если мы будем смешать, например, какую-то кожицу с водой, и это чтобы мешать. Это пипетка, она тоже нужна. Пипетка, такое смешное слово. Это тоже такая лопаточка, но я ее обычно не использую. Так, давайте свет выключим, что он не всегда включенным-то горит. И сейчас я быстренько вырежу. Да, вот я, правда, маленький вырезала, нам большой не нужен. Сейчас я возьму стекло. Вот. Положу вот так вот эту шкуру на стекло. Возьму еще одно стекло. Тут их куча. И залеплю им вот так вот. Вот. Вот так должно быть. Как бутерброд. Включаем свет. Я ставлю камеру. Сейчас поставлю только стекла.